Хамиша. Сами откуда, брат? Я? Узбекистана. А как вас зовут? Зовут меня Курбанбай. Курбанбай? Вот, Курбанбай приехал смотреть наш синий Матиз. Вот, я же блогер, вот, брат. Да, вот, мне конкретно понравился. Сразу, да, захотели? Сразу, его? Вот, за эту машину приехал, вот, ничего, Аллаху, заберу сейчас, брат. Вот водитель сидит, довольный в Матизе. Конечно, Матиз очень хороший, да. Ну да, Матиз хороший попался. Здесь на. Вот. Курбан, понравилась тачка? Да, конкретно понравилась. Вот. Четкий, да? Все, забираешь ее? Да. Вот, он забирает ее. За это мы приехали. Надо, да? Вот, Курбан. Вот, вот, Ахмед сделал четко. Вот, Курбан приехал, вот. Сейчас забирает вот этот Матиз. Правда, мы его еще на учет не поставили. Сейчас на учет поставим, и он заберет ее. Сегодня у нас суббота. Суббота у нас офисный день был. Сегодня мы закрыли успешно январь. Январь у нас просто бомбически получился. Все бабки срубили. В общем, ребята, у нас сейчас в наличии Nexi есть, Lanos'ы, Matiz'ы. Скоро Logan еще будет. Будем пополнять парк. Кому, если машина нужна будет, обращайтесь. С удовольствием вам сделаем. Вот, Курбан сегодня у нас забирает Matiz синий. Вот, поэтому мы готовы вам помочь в приобретении машины. Обращайтесь в нашу компанию, мы вам поможем. Полностью все обязательства по договору, когда вот вы выполните перед нами, угу, тогда машина вам перейдет. Можете в МРЭО ГИБДД оформить уже на себя. Узнан атнузга джастанс болот машина. Узнанга. Здесь это согласие на обработку персональных данных надо будет подписать. Имя, фамилия, отчество. Угу. Здесь дата сегодняшняя. Сегодня у нас какое? 3 февраля? Да. 3 февраля здесь подпись и расшифровку. Все, все.